Подробно изучить отдельные эпизоды первой обороны города и посмотреть на историю через художественные образы. К 165-летнему юбилею начала Крымской войны в Севастопольском филиале Российского экономического университета имени Плеханова прошел образовательный семинар для учителей. Его главная задача – познакомить педагогов, преподающих дисциплину «Севастополеведение», с историческими событиями первой героической обороны города с помощью художественных образов. Почему мы взяли такую тему? Потому что сейчас предмет «Севастополеведение» преподается в программах внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность предполагает экскурсионную деятельность, проектную деятельность, музейную деятельность детей совместно вот с учреждениями социокультурного пространства. И здесь, в стенах Российского экономического университета, всегда интересные выставки. Сегодня, используя наши договорные отношения, наши дружеские, партнерские отношения с Музеем Черноморского флота, руководитель научно-экспозиционного отдела Ольга Павловна Бойко совместно с Ларисой Владимировной Рутинян, это доцент, преподаватель у нас истории, создали авторскую программу по забытым или неизвестным историям Крымской войны. Представитель Музея Черноморского флота рассказала, что фотовыставка «Крымская война» раскрывает исторические факты с разных сторон. Автор работ Александра Благинина. Ее кадры сделаны во время реконструкции исторических сражений полуторавековой давности. Вот как раз, где вот мы с вами находимся, одна из ярких фотографий, яркое событие, оно прошло трагическим днем для защитников Севастополя. Вот как раз на этой фотографии и представлен, видно, фигура одного из руководителей Севастопольской первой героической обороны города, Павла Степановича Нахимова. Как раз он в подзорную трубу осматривает линию позиции противников. И в это время, как мы знаем, по событиям этого дня просвистела штуцерная французская пуля возле виска. Нахимов успевает сказать, убирая подзорную трубу. Однако сегодня метко стреляют, и следующая штуцерная пуля попадает ему в висок. По словам организаторов, обучающий семинар поможет учителям более подробно рассказывать о Крымской войне, используя художественные образы.